Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы рассматриваем тему, как установить WordPress. Это мой личный опыт, так что по окончании этого видео, если что-то будет непонятно, по ссылке ниже вы сможете перейти на сайт и в комментарии, либо по обратной связи задать вопрос. Итак, приступаем. Шаг номер один. Переходим на сайт разработчика. И скачиваем по ссылке. В нашем случае написано то, что текущая версия русского дистрибутива всегда доступна по этой ссылке. Нажимаем на нее и происходит скачивание. Далее мы получаем наш скачанный файл. И шаг номер два — это будет его разархивирование. Разархивируем его и получаем папку WordPress. Шаг номер три. Открываем папку с нашим дистрибутивом и переименовываем файл wp-config-sample вот в такой вид wp-config. Получаем файл такого вида. Шаг номер четыре. Необходимо создать базу данных. Для этого переходим в панель хостинга, находим меню «База данных», нажимаем на «База данных MySQL» и нажимаем «Создать новую базу данных» и вводим имя базы данных, имя пользователя, пароль и подтверждаем пароль. Эти данные необходимо записать. Они нам понадобятся в дальнейшем для установки CMS WordPress. Шаг номер 5. В разархированной папке WordPress открываем файл wp-config. В моем случае с помощью программы Dreamweaver. В статье есть ссылка для скачивания этой программы. Действие программы на 30 дней бесплатно. Для того, чтобы изменить файл, времени будет достаточно. Открываем этот файл. Я уже заранее открыл и изменил. По той причине, чтобы скрыть имя файла и пароль. Здесь вы вводите все свои значения, полученные при формировании базы данных в предыдущем шаге. Шаг номер 6. Соединяемся по FTP через FileZilla. Я уже соединился заранее. И находим папку HTML в нашем сайте. То есть, если заново посмотреть, выбираем все домены. Ищем нам необходимый домен. Находим папку Public HTML. В нее мы копируем все файлы дистрибутива, выделяем и переносим на хостинг. Как мы видим, происходит процесс копирования данных на хостинг. Шаг номер 7 и номер 8. После того, как мы скопировали все данные на хостинг, переходим в браузер и вбиваем вот этот адрес. Вместо строймит.ру забиваете ваш сайт, далее /wp-admin/install.php и нажимаете Enter. После чего мы попадаем на страницу установки CMS WordPress. Вам необходимо ввести название сайта, имя пользователя, пароль, email и нажать кнопку «Установить WordPress». Тем самым мы завершили установку CMS WordPress на хостинг.
Если у вас все же остались какие-то вопросы, переходите по ссылке ниже и в комментарии, либо на обратной связи, по обратной связи задавайте свои вопросы. С вами на связи был сайт www.pisap.com. Никитин Владислав. Всего доброго.